Всем привет! Представляете, у меня сегодня появилась вся коллекция бонстиков! Посмотрите! Круто! У меня всего лишь две повторки. Помните повторки из прошлых видео? Я их обменяла, и у меня получилась вся коллекция. Сегодня я хочу вам показать еще раз, как выглядит пакетик бонстик. И откроем его. По ощупу я думаю, что там будет птиц. Вот такой вот. Птиц. Какой, покажи. Вот. Открываем, посмотрим. Ну, расскажи, угадаю ты покупаешь я пакетики? Или нет. Такие пакетики мы получаем с нашего любимого Евроопта. Я всегда прихожу домой, и мама с папой мне дают эти замечательные пакетики. Открываем. Так. Да, я угадала. Это был птиц. Ничего себе! Вот такой вот красивенький птиц. Вообще они все такие милашные. Да, они все такие, тем более Хобо. Самый редкий для меня был Злюдень и Цыпа. Красивые, яркие такие. Да, а больше всего мне из них нравится Тетеха. И чем он тебе нравится? Потому что он такой миленький, у него такие большие ручки. Я вам хочу рассказать про мою коллекцию. У меня есть Желтопуз, Лупач, Завр, Крол, Злюдень, Шипун, Кудряш, Хрюня, Ушан, Цыпа, Барян, какое смешное название. Котя, Флиппер, Птиц, Скалли, Тетеха, Кусака, Панц, Раф, Барбос, Лимпо, Квакер, Рык и Хоб. Вообще эти названия все такие смешные, все же не могу. Они такие милые и смешные. Мои самые любимые бонстики – это Тетеха, Крол и Желтопуз. Желтопуз очень веселый и добрый на всей земле. Он очень любит сладости. И однажды он один съел целый мешок лимонных конфет. И от этого он стал желтым-желтым. Желтопуз очень любит обнимашки. И его любимые слова «ми-ми-ми», «ку-ку-ба». А еще я вам хочу рассказать про Крола. Крол прилетел к нам с другой планеты, чтобы узнать всю информацию о Земле и держать ее в секрете. Шпион. Шпион, да. Он специально прилетел с другой Земли, чтобы узнать все. И никому об этом не рассказать. Вот такие вот бонстики. А вы собираете бонстики? Напишите нам в комментарии. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Напишите нам в комментариях, какие бонстики нравятся вам. И собрали ли вы всю коллекцию, или вы не успели. Всем пока-пока. До новых встреч.